Всем привет! Сегодня я уже как-то говорил, я по возможности буду добавлять видео, в которых я буду рассказывать о тех программках, которыми я пользуюсь. И в данном случае первая программка, то есть вкратце, это Audacity. Что это такое? Это программка для работы со звуком, со звуковыми файлами, да, там дорожками, то есть можно также производить захват звука и т.д. и т.п. Возможности этой программы большие, но я использовал всего лишь маленькую часть. И для чего? То есть, во-первых, эта программа, она кроссплатформенна, и она доступна не только под Linux, в частности Ubuntu, но и под Windows. То есть первые мои ролики выходили, там качество звука было не очень. Почему не очень? Во-первых, сам ноутбук был не очень по качеству, и при записи видео были посторонние шумы, и то есть шумы это были шумы системы самой, то есть вот, соответственно, мне приходилось вырезать, точнее отчленять после записи звуковую дорожку и применять к ней фильтры для того, чтобы подавить шум, фоновый шум. Вот, и с этим очень хорошо справлялась данная программка. Вот, то есть можно было бы там еще улучшать это качество звука, но на это не было времени и знаний. Так вот, чем же я пользовался, какими, то есть вот эффектами или как я, короче, это все делал. Вот. Для начала, когда я запускал видео, я молчал, обычно делал паузу в 2-3 секунды. Для чего это? Я был некий фон. То есть для хорошего подавления шума тем способом, который я делал, нужно хотя бы 3-4 секунды какого-то шума. Для того, чтобы программа как бы сделала, я буду это своими словами называть, отпечаток этого шума, а потом применила этот отпечаток для всего звукового файла и убрала этот шум. Вот. Так вот, я обычно в своих первых видео делал какую-то паузу специально для этих целей. Далее, я отчленял этот звуковой файл и открывал его. Вот в данном случае я подготовил вот следующий файл. То есть давайте его прослушаем. Всем привет! Сегодня мы проверяем работу шумоподавления. Вот, к примеру, вот такой шум. Но это очень громкий шум, и качественно его подавить сложно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Выделяем непрерывный участок шума. Выделили. Дальше идем в эффекты подавления шума. Подавление шума мы можем выставить на сколько его понижать. 0 это вообще не понижит, либо вот на максимум там 48 дБ. Ну, давайте выставим там, к примеру, 30. И создать модель шума в первую очередь. В данном случае применяется, то есть создается модель выделенного участка. То есть я создаю модель шума. Сделал. Теперь нам нужно применить эту модель подавления для всего нашего аудиофайла. То есть я нажимаю Ctrl-A и выделяю весь файл. Дальше идем туда же. Эффекты. Подавление шума. И нажимаем ОК. В данном случае, как вы видите, шум подавился. Что из этого получилось? Но шум очень громкий. То есть эта программа хорошо справлялась с тем небольшим шумом, который у меня был. Но посмотрим, что получилось. Как вы видите, шума практически уже нет. Всем привет! Сегодня мы проверяем работу шумоподавления. Вот, ну и конечно же, уже немного изменился голос, и это заметно в моих первых видео, то есть после шумоподавления уже чуть-чуть голос не такой, но цель достигнута, шум убран, практически убран. Поэтому вот с помощью этой программы я не только для своих роликов, но и там для других целей использовал вот эту вот данную функцию. Кроме этого, здесь очень много различных функций. По ним я вам ничего сказать не могу, так как я ими не пользовался, но я уверен, что здесь очень богатый функционал. Поэтому, думаю, на сегодня все. То есть, если вам нужно подавить какой-то фоновый шум, он не громкий, у вас есть непрерывный участок в 3-4 секунды этого непрерывного шума, то вперед, и программа Audacity
вам в этом поможет. Поэтому всем спасибо за внимание. Комментируем, ставим лайки, делимся, обязательно подписываемся. И до новых встреч. Всем пока.